В этом году по области в целом планируется возделать 187 тысяч гектаров, 83 тысячи 900 из них под рис. Сейчас область ждет решения Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии о лимите на воду на этот год для точного определения площади посевов. Весенний день год кормит. На полях кипит работа. Основной акцент на лазерное выравнивание посевных площадей. В этом году по области планируется выровнять 70% полей. Последние 11 лет выравнивалось таким образом 55% всех площадей. В этом году планируется довести эти объемы до 70%. Земледельцы уже убедились в эффективности данной технологии для экономии воды и повышения урожайности. Мажан ИКА планирует в этом году засеять рисом 4400 гектаров. Сейчас в целях экономии воды проводим выравнивание полей. В прошлом году приобрели две установки орган 3х7. В этом году еще две. По району закуплена 31 установка по лазерному выравниванию полей. На 3000 гектарах сейчас идут эти работы. В прошлые годы испытывали нехватку поливной воды. В этой связи при поддержке Акима области закуплены 32 насоса. В аульном округе Житыкуль с прошлого года внедряется метод дождевального орошения. Вместе с тем, по области в соответствии с поручением главы государства планируется довести до 4200 гектаров площади применения водосберегающих технологий орошения. В Шиерийском районе идет подготовка 800 гектаров для выращивания кукурузы методом капельного орошения. В Жалгашском районе хозяйство Ерала с применением водосберегающих технологий будет выращивать на 15 гектарах картофель, овощи, бахчевые. ТО РЗА дождеванием 198 гектаров кукурузы. В этом направлении есть еще ряд проектов, которые будут реализованы в этом году. Сейчас завершается посев ранних культур софлора, яровой пшеницы, новой люцерны и других. 15 апреля хозяйство приступит к посеву риса. Галымжан Жумназар, Акимжан Жултаев, Санжар Мансур, Турихан Хожахмедов, телеканал Кызылорда.